Уважаемые жители Карачаево-Черкесской Республики, уважаемые россияне, сегодня у нас в стране сложилась очень сложная обстановка. Сегодня некоторые силы решили устроить мятеж под разного рода, вроде бы патриотическими лозунгами, на самом деле привнесли большой раздор в единство нашей страны. Я от всей души прошу поддержать, выразить свою гражданскую позицию неделимой, единой, сильной и мощной России. Мы, представители Северного Кавказа, не понаслышке знаем, что такое раздор в стране. Мы в свое время были жертвами такого раздора, когда нас выслали целыми народами в период военных действий в Великую Отечественную войну. И я знаю, как мусульманин, что смута, особенно в такое время, она гораздо хуже любого убийства, любого греха. Поэтому, уважаемые жители, я прошу выразить свою позицию, поддержку единой, неделимой, сильной, мощной России в это самое сложное время.